Хейо, гайз, в шоке, мы продолжаем и, скорее всего, даже заканчиваем проходить игру под названием Forgotten Hill Dissolutions. Смотрите, нам, получается, мы одолели в прошлой серии старуху. Ну, я, короче, немного наперед уже пошел. Я уже, как вы помните, взял Мандрагору и кот какой-то. Мандрагору мы, как я понял, будем с вами запекать. А для этого нам нужно будет вот это сейчас сделать... Посолить, поперчить и сделать человечком. Короче, что-то из этого будет точно вам. А что-то один. Хотя хер его знает. Может что-то из этого 3, а что-то 2. А, подождите. Единица умножить, да, это, короче, это единица, это двойка, двойку, если это двойка, значит это восьмерка. Так, поехали. Короче, нолик с полосочка равно единице. Так, потом у нас квадратик и ручка, да? А, еще и молния. Ну, вы поняли, о чем я. Треугольник это у нас двойка. Двойка, значит, 2 на 4 это 8. 8 это квадрат. 8 плюс 1 будет 9. 9 это у нас рукоятка. И минус, минус это 0. Так, теперь нам нужен, получается, по часам палка с молнией, а по температуре... И поставить вытяжка и печка. Короче, 210. Здесь будет 210. По этому у нас будет 90. Понял. А в чем прикол? По времени 90. Подожди. Это не 90. Или 90. Если вот это 15, 30, 60, какого черта? Почему 90 не срабатывают? Так, 210, правильно ж? А, стой, вот где просрался я. 120. Хлеб из мандрагоры получен. Как я понял, нужно этому чертику дать или этому?
Это Голдин, я слишком слаб, чтобы двигаться. Пожалуйста, дай мне что-нибудь поесть. А чего-то не хватает, я понял. Ну это логично, типа там не сработало. Может, у него типа ее забрали, так ведь? Так, часть карты какой-то. Джон Томпсон, кровожадный убийца, который убил по меньшей мере 7 человек. Жертвы были обескровлены, а их кожа и мясо приготовлены и съедены. Его схватили во время охоты, которая длилась месяцами. Его повесили на центральной площади. На вопрос о причине его убийств он ответил, что искал лучшее мясо, которое можно сочетать с вином, которое он приготовил сам. Понятненько. Так, подожди, что тут? Следуй за луной. Чтобы следовать за луной, нужно... А, подожди, я могу уж... Ясно. Мочам. Никто ж, надеюсь, пить не хочет. Боже мой, какой ужасный запах мочи. Но мы тоже мочу разлили, какая разница. Так, эксклюзивное расследование. Все подростки об исчезновениях, которые произошли в этом году, на сегодняшний день пропало более 10 детей в возрасте от 3 до 9 лет. Никто не просит выкуп, нет трупов и нет никаких следов. Полиция возится в темноте. Можно ли говорить о безопасности детей на Забытой горе? Нельзя. Так, подождите, а мы все книги собрали и все. А мы все все собрали. Помоги мне, пожалуйста, я хочу уйти, но он смотрит на меня через картину. Так, вот это, кажется, кусок третий был. Короче, мне нужно части картины искать. А, вот кто на тебя смотрит. Ключ нужен, приятель. Мистер Крыс. Ну это три. Окей, остров. Подожди, я должен получиться чисто здесь, да, искать все. Короче, полуостровы. Сковородки не берутся, кастрюля тоже, ведро тоже не наливается, не набирается. Окей.
А что я тебе дам? У меня у самого ничего тут нету. Карта 3. Может, 3 раза нажать на нее нужно? У нас уже такой опыт был, поэтому да, скорее всего, давайте попробуем. Стоп, а это где хотя бы место? Ну вот оно. Короче, где-то еще куски должны быть, походу. Иначе другого объяснения я не понимаю. Рисунки, рисунки, рисунки. Так, это больше не используется. Ой, подожди, а насчет мыши, 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 мыши. А, точно, мыши уже ж нету. Да только один кусок, алло. А, подожди, тут есть дверь. Помогите, помогите. Так, во-первых, что это за херня? Так, не нажимается. Фиг его. Оно чисто просто есть. Вон оно что. То есть на это нужно было использовать. Я просто на картину тыкал, я даже не на этот знак тыкал. Короче, ай перекрыл. Короче, как эта херня, которая закрывает глаза. Так, маленькие островки через линию. Вот это, да? Это у нас первый. Короче, я думаю, где-то нужно тоже полуострова брать. Хотя, вдруг, если их не... А давайте я посмотрю. Так, острова и красная зона. Да, острова и красная зона, это вот это. А тык у нас какое? Единица.
единица. Ты у нас тройка. Линия, острова и кусочек зеленого. Ну да, это оно. Ну, вероятно, что их может быть просто 4, поэтому оно не срабатывает. А если их 4, значит комбинация будет намного больше. И охерею угадывать. А, подожди, нужно это сказать челику, что на него что. А, через картину смотрит. А как я тебе помогу? Алло. А помните эту картину? Мы в какой-то есть части играли. Картины не снимаются, ничего не двигается. Не знаю, не знаю. Тут теперь закрыто. Первое. Это третье. Мне нужно найти, значит, второе еще где-то и третье. Ну, второе и четвертое. Мне, короче, еще двух не хватает. Не хватает еще двух. Вот где они могут быть? По факту я могу вообще теперь ходить по всему, как я понимаю, музею. Однако, что мне от всего музея, если я не могу пройти? Подожди. Ты уже не даешь, да? Ну, пускай, если 299 комбинаций. В принципе, есть у меня. Я говорю, наврали, что-то найду где-то. Ну, блин, если так подумать. Ладно, давайте я сейчас туда схожу. Чего-то не хватает все-таки. Чего не хватает? Тут
что-то должно, по идее, сработать. Ну, зачем крышка должна тогда открываться? Ах, насколько же это бред. Давай начнем. Ну блин, это получается мне нужно теперь во все смотреть. А смысл? Так, мы сейчас, короче, к рыбному человеку пойдем. Куда мы там тогда ходили? Короче, в инструментарий нужно сходить. Где мы с вами находили мертвую рыбу. Не, я вам говорю, все равно, скорее всего, что-то вот здесь нужно искать. Чего-то не хватает, чего не хватает. Это будет долго. Так, здесь мы во всех, да, этих моментах побывали. Короче, крысе я тоже попасть не могу. Но я хочу ключ забрать. Давай либо с тобой сразимся. Ну как? Хотя нет, давайте, наверное, с растений начнем. Либо я просто сейчас загуглю. Да и все. Тоже, чтобы было попроще. Давайте, да, наверное, сразу. Посмотрю в этом. Forgotten Dissolution с прохождением.
Так, на чем мы с вами вообще там остановились? Мы остановились с вами. На том, что мы вышли сюда. Да? Так, а кто здесь у нас главный? Блин, что она перелистнула? Так, где это вместе с картиной? Короче, искусственные скульптуры, морские глубины мы прошли, флору, фауну мы прошли же. Лупу по очереди на каждую символ, это мы сделали, получаем значение из культа чая. Короче, тут такая дерьмо. Но я не знаю, как это провернуть вообще. Это семью в комнату, в которую забираю, лампа была. В смысле? Где у нас обоссанный участок? Или вот это нужно подсветить? Короче, объясняю, что происходит. Смотрите. Получаем значение, используем, чтобы головоломку для ящика скульптуры, и получаем бутылку с мочой. А то семья в комнату, из которой забрали газету, и вливаем на шкаф. Переходим в нормальную реальность и включаем лампу, подсвечивая пятно. В другую реальность... Дальше можем играть. Так. Ладно. А это, думаю, воняет мочой. Думал, типа, я поблил. Ну, облил, чтобы, типа, газета не воняла. Думаю, что за херня. Так, теперь, значит, да. Ключик от чего? От одного из замков. Хотя не, подожди, замков до хера на самом деле. Опа-на. Корабли. А, теперь значит так работает. Значит, заранее нельзя ничего сделать. Эй, ты не можешь забрать мой пистолет? Опять ты, приятель. Тебе удалось обыграть меня в прошлый раз. Хочешь бросить мне вызов? Что ж, давай сыграем. Все, дальше мне... Интересно. Так.
он не успеет ко мне перепрыгнуть. Окей. А, он сюда перепрыгнет, зараза. Ну ладно. Ну да. Окей, мы справились. Я вернусь, Рут. Вернет меня в этот мир. И ты не сможешь обойти охранника. Он убьет тебя. Передай привет своим друзьям в аду, паршивая насекомая. Так, ну чё? О, очень хорошо, теперь пришло время заняться охранником. Ну, заняться охранником мы успеем, ребят, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока, но если короткая серия будет следующая, я просто их объединю, поэтому да.